Что тут у нас? Сегодня, смотрите, солнышко. Сегодня солнышко. Ну-ка, ну-ка. Небо голубое. Так, девчонка, даже он сидит, смотрю, девушка или кто там с голыми ногами. Значит, тепло. Ой, ну вчера вообще, конечно, дождь был. Холодрыга была ужасная. Сейчас я даже что-то чувствую, да, довольно тепло. Привет, мои подписчики, мои гости канала и мои зайчатки. Сегодня еще один день, мы с вами гуляем. Я вам только что показала, на улице так тепло, по-моему, там даже очень-очень тепло. Вот, но есть ветер, я думаю, что ветер, наверное, тепленький. Вот, потому что он немножко залетел, я его пачу, потому что вчера был очень ледяной ветер, и вчера даже в одном месте меня сдуло. Реально сдуло. Меня обычно сдувало, когда я весила 48-50 килограмм. А сейчас я вешу где-то 55-56, 57 даже, наверное, уже. И меня реально сдуло. Там был такой сильный ветер, еще я как раз шла, тут так дома были, потом вот так дорога. И вот я вот эту дорогу перешла, там был тротуар, и там такой сильный ветер дунул, это вообще... Я думала, я улечу точно. Вот. И понимаешь то, что даже держаться тут не за что, тут как раз еще арбузы какие-то там продают. И... А, я еще как раз камеру замочила, объектив, и я про себя иду, думаю, блин, мне надо объектив срочно где-то протереть, а еще дождь идет, я думаю, блин, а что ж такое? Вот, короче, вот так, вчера мы с вами чуть-чуть вчера поснимала, вчера я была во многих местах, но из-за того, что меня позавчера шуганули, в магазине, когда я снимала. И, конечно, вчера я что-то уже просто немного боялась доставать камеру. Не знаю почему, короче, это реально сложный барьер. Вот вчера я об этом сказала маме, что меня шуганули. Честно говоря, я думала, она будет тоже, ну, скажет, мол, фигней ты там занимаешься, зачем тебе это надо там, вот. Ну, как это обычно у меня было. А она поддержала, то есть меня поддержала, мою позицию. То есть ты блогер, ты должна снимать. То есть, блин, мне было так приятно. Это, честно говоря, я даже не ожидала от мамы такого. Вот, то есть, ну, обычно все мои начинания всегда было против. Зря, зачем, да ну, нафиг тебе это надо. А тут наоборот. Я была вообще прям в шоке просто. Вот ты просто говори, я блогер. Я блогер. Вот, и все там, я снимаю свою жизнь для себя. Вот, ну, если я скажу блогер, конечно, они поймут то, что я на YouTube снимаю. И я думаю, они просто запретят. А если, допустим, я скажу, что у меня реально плохая память, и я забываю, что было вчера. Но вчера, кстати, я местами помню, потому что здесь на районе гуляла. Я как-то это... немножечко помню, где это вчера была, так вот примерно. Вот. Видимо, то, что я не спеша, может быть, ходила, гуляла, а когда торопишься, может быть, не запоминаю. Короче, как-то вот так. Вот. И, мама говорит, там же ведь можно снимать. Я говорю, ну, я когда заходила в магазин, был нарисован фотоаппарат и зачеркнут. Ну, я такая подумала, ну, у меня же не фотоаппарат. И не экшн-камера, кстати, они похожи, да? У меня видеокамера. Это как бы другое немножко, она по-другому выглядит, ну, вообще-то. Думаю, значит, можно, все в порядке. Вот, я знаю, что есть какой-то закон, которым снимать можно, но я не помню. 122-я, 120... Нет, 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 скорее нет, не та. Какой-то вот есть, я знаю. То есть, в принципе, я его должна знать. Ну, сейчас я как бы редко выхожу, да, на улице, редко снимаю. То есть, как бы, ладно. А так, наверное, в будущем, я думаю, блин, надо было мне вот тут вот на руке записать, вот знать. Вот так вот идешь, раз опять посмотрел, чтобы потом просто запомнишь, в голове останется, и все. И просто настаивает на своей позиции. И все, там, нет, я буду снимать, можно. Блин, ну все равно вот мне непонятно, делаешь бесплатную им рекламу, и они еще добавок недовольные. Вот, но они, видимо, боятся, мама сказала то, что... Я засниму на камеру, потом я, допустим, что-то другое скажу, выложу все это, и там будут какие-то у них там проблемы, например. Ну, естественно, я буду голос свой делать отдельно, потому что если в магазине играет какая-то музыка, то на YouTube ее нельзя. То есть это они должны были знать. Ну, короче, ладно, неважно. Напишите, короче, в комментариях обо всем об этом. Я уже
наболтала. Сколько там? 5 минут болтаю. А еще у нас ведь с вами сегодня прогулка. Большая прогулка-то, между прочим. Сейчас мы с вами сначала едем в Хоф. В Хофе, я думаю, я поснимаю, потому что я была зимой, я снимала. Ничего страшного особенного там нету. Мне нужно выбрать для кухни стол и стул. Я там буду смотреть. Вот мама прямо сказала, ты, говорит, пойдешь смотреть стол, снимай на видеокамеру, как ты его смотришь, какие столы там, потом мне покажешь. Я такая, ну ладно. Прям мама так четко, нет, снимай. И прям, знаете, вот это вот реально, это приятно. Если, допустим, еще год назад она была против всего вот этого вот моего блогерка, блогер, господи, нет, не смогу выговорить. Короче, всего этого была против. Еще год назад, еще полгода, то сейчас она наоборот, это приятно, реально приятно, что-нибудь она делает, скорее неси камеру, скорее снимай, 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 скорее, тут засними, там это засними, смотри, там кто-то пошел, там тут засними, это, блин, это реально, это приятно, я, знаете, вот честно говоря, кто вот сейчас начинающий, если меня смотрит, я вот этого вам очень желаю, чтобы ваши родители вас поддерживали, и чтобы они хотели, чтобы вы снимали что-то там. Вот, то есть так вот, когда вот тебе еще вот это все напоминает, потому что реально могу забыть иногда. В магазине могу забыть. Вот вчера, конечно, зря не засняла, там очень интересный такой момент был. Вот, но я еще мы туда сходим, это потому что здесь на районе, это все рядом, мы с вами еще погуляем, еще дойдем до туда. Вот, сегодня мы с вами идем в Хоф, потом я еще в какой-нибудь магазин зайти, мне там надо, там, я не знаю, там охранники стоят, получится, не получится у меня там заснять. И потом мы с вами идем в космопорт. Мы уже там миллионы раз были. Вот, сегодня я хочу пройтись. Я даже сегодня встала, кстати, рано. Я в 10 часов встала. Вот, но пока я тут пособиралась, конечно, время уже 12 час. Вот, но я надеюсь, я все успею. Вот, пройти я хочу в космопорте абсолютно все магазины. А потом в Ашан зайти. Я еще в Ашане поснимаю. Сегодня камера еще зарядила свою вторую батарейку. Всю ночь простояла, жалко, прям обидно. Боюсь, что что-то с ней может случиться. Вот, и потом домой. То есть у нас с вами сегодня такой насыщенный день. Такой хороший. Я думаю, я настроена снимать. Я думаю, я вам поснимаю, хорошенько поснимаю. Но если остановят, скажу, что у меня действительно плохая память. Ну, в принципе, так и есть, я не вру. Вот, то есть она память периодически меняется, я могу что-то забывать. Особенно, помню, муж в кино пригласит, я посмотрю кино, с таким удовольствием смотришь кино, а потом раз и забываешь просто. Выходишь, там час-два прошло, и ты даже не помнишь название кино, что там было, сюжет. Помнишь, что вот ты садилась, сидела, а что показывали, не помню. Вот ноль, все. Вот не знаю, почему так, не знаю, пишите в комментариях, у вас так же, нет, но я думаю, навряд ли. Вот. Я узнавала, кстати, кто знак зодиака близнец, как и я, то у многих, ну, у некоторых такое тоже бывает. Но я не думаю, что плохая память может зависеть от знака зодиака. Это как-то сложно все. Это все не то. Так, все, ладно. Сколько там у нас? Уже минут 10, наверное. 8 минут уже. Все, давайте. Сейчас вы увидите, где же я окажусь. Все. Наташа, ты еще здесь? Ты еще не ушла? Вот что я сижу делаю, смотрите. Влажная салфетка спиртовая. Я сижу, вот. Собралась уже, это уже носок один надела. Собралась одевать кроссовок. Смотрю на свой кроссовок, а он? Он вообще, он, смотрите, он грязи сколько. О, это я вчера под дождем так погуляла. Но это еще, кстати, цветочки. Я думала, я их вообще там так запачкаю, так убью. Но нет. Вот знаете, я что думаю, интересно, их стирать можно? Эти кроссовки. Ну, в стиральной машинке, например. Мне кажется, что, наверное, не... Вуаля! Я вышла! Ура! Смотрите, как у нас на солнышко и реально жарко. Короче, я вышла в штанах. Сейчас я покажу вам. Вот так я сейчас одета. Потом я вдруг вспомнила, а закрыла ли я дверь. Реально, в последнее время у меня такое бывает. Я вернулась, решила приодеть шорты. Переодела шорты, они на высокой посадке. Пришлось переодевать майку. Одела майку. Пришлось красить ресницы, короче, вообще. Я надеюсь, что меня было слышно.
Вот здесь ветер, но он классный просто. А вот там мы, кстати, шли с вами на днях. Сейчас мы придем на остановку. Там на остановке 3 троллейбуса. Они, короче, все идут. Так, здесь я не пойду. Там сейчас на меня кирпичи сбросят. Как классно, смотрите. А там, кстати, дальше идет золотое яблоко. А, ну мы тоже с вами, кстати, были на днях. Позавчера, наверное. Голуби сидят. Короче, я тут иду такая и раздумываю. Потом расскажу, о чем. Это для вас будет секретом. На днях я расскажу. Вот она остановка. 2 человека стоят. Блин, 37-й мне не нужен. Мне нужен троллейбус.